Форум «Управдом» состоялся в Люберцах. Представители местной администрации и руководители управляющих компаний отчитались перед жителями, как продвигается ремонт в жилых домах и на близлежащей домовой территории. Люберчане, в свою очередь, задали вопросы о проблемах ЖКХ представителям управляющих компаний. Как стало известно, на Люберецком форуме «Управдом» теперь люберчане смогут отслеживать ход проведения ремонта подъездов в режиме онлайн. В трех домах управляющая компания уже установила видеокамеры, которые транслируют запись на сайт «Мой подъезд». В ближайшее время еще 7 домов городского округа Люберцы подключат видеосистему, которая будет передавать запись в интернет. Мы будем пытаться для того, чтобы была возможность в каждом подъезде поставить данную камеру. Ну, сейчас это как бы пилотный проект идет, и если эта программа пойдет, и жители нас поддержат. Я думаю, все виды работ будут отражаться в данном моменте. По словам Проворова, со временем количество видеокамер, транслирующих запись в режиме онлайн, увеличится. Трансляция с камер наружного видеонаблюдения уже ведется в домах Люберец, по улицам Шоссейная, Митрофанова и в доме номер 60 по улице 3 почтовое отделение. Также на форуме горожане задали вопросы, касающиеся ремонта подъездов. Программа рассчитана на 4 года. Каждый подъезд городского округа должен стать комфортным для проживания жителей, красивый и доступный. В 2017 году планируется отремонтировать четвертую часть всех подъездов многоквартирных домов. Эта цифра составляет 1298 подъездов. Из них в Люберцах 849 подъездов, в Томилино 124 подъезда, в Малаховке 115, в Красково 104, в Октябрьском 106. Проворов уточнил, что губернаторская программа «Мой подъезд» финансируется за счет бюджетов Московской области и городского округа Люберцы. В перечень подъездных ремонтных работ входит замена светильников и почтовых ящиков, а также ремонт оконных блоков, стен, потолков, полов и монтажные работы по уборке висячих проводов. Контроль за качеством и сроком выполненных работ управляющих компаний будет осуществлять государственная жилищная инспекция. Екатерина Скрижалина, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.